Շարունակում ենք մեր թողարկումը, առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Մեր քննարկումը կշարունակենք Ուկրաինայի շուրջ զարգացող իրադարձությունների հետ կապված։ Ինչպես հայտնի է, Ուկրաինայում պաշտոնական այցով է գտնվում Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին, բացի դրանից էլ ուկրաինական լրատվամիջոցներն ակտիվորեն քննարկում են Telegram-ի սեփականատեր Դուրովի ձերբակալության հետ կապված հարցերը եւ ընդհանրապես Telegram-ի դերը հիբրիդային պատերազմում։ Բացի դրանից էլ Կուրսկի մարզում շարունակվում են ակտիվ մարտական գործողությունները եւ այնտեղ կարծեք թե Ռուսաստանը շատ բան փոխելու ներուժ չի դրսևորում, չունի դրսևորելու, եւ մենք տեսնում ենք ուղղակի Ռուսաստանի կողմից տարբեր մարմնաշարժումներ ուղղված նրան, որպեսզի ցույց տա կարծեք թե դա ինչ Կուրսկը մի շատ մեծ բան չի, դա հիմա կորչում է թող կորչի, դա ժամանակավոր է, ընդհանրապես ամեն ինչն է ժամանակավոր, մշտական են միայն ժամանակավոր դժվարությունները եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Այս եւ մի շարք այլ հարցեր քննարկելու համար ես Թբիլիսիից մեր տաղավար Միհար Գարժան հյուրի եմ հրավիրել, ում սիրով ուզում եմ ներկայացնել, նրա հետ ես պետք է հաղորդակցվեմ ռուսերենով, ես կանցնեմ ռուսերենի։ Наш сегодняшний гость украинский эксперт, эксперт грузинского центра стратегического анализа из Тбилиси Владимир Капчак. Приветствую вас, господин Капчак. Спасибо, что приняли мое приглашение. Приветствую, уважаемые зрители. Приветствую, Рубен, категорически всегда. Спасибо. Господин Капчак, вот... В Украине находится премьер-министр Индии Нарендра Моди с официальным визитом. Состоялась встреча с президентом Зеленским. Прошли переговоры. Прошла и такая вот акция солидарности с украинским народом, да, мы помним, что в ходе визита Моди в Москву и произошла эта варварская бомбардировка детской больницы в Украине, они посетили вот этот детский центр, соответствующее заявление сделал Моди. Индия выступает, конечно, со специфической позицией, немного дистанцированно от политической сути нынешней войны, все-таки считая, что нужно идти мирным путем. Да, здесь есть много места для, ну, скажем так, углубления и большей конкретизации взаимопонимания двух сторон. Что удалось достичь, что пока еще осталось вот в сфере неопределенного? Ваша оценка, прошу. Еще раз приветствую. Ну, касаемо визита главы Индии. Вводная часть – это первый государственный визит главы этой страны, в принципе, за период независимости Украины, за 30 лет и так далее. Вот. То, что, ну, с одной стороны, отрадно, понятно, в каком измерении сейчас находится Украина. Но здесь, опять же, двойственное у меня впечатление, что для этого Украина должна была войти в состояние Третьей мировой войны, вот, чтобы, ну, из Индии соизволили сделать этот самый визит. С другой стороны, ну, это однозначно повышение субъектности Киева. Извините за казенные фразы, на дипломатическом фронте работа со странами так называемого глобального юга, что нам пытаются, скажем так, навязать его единение и так далее в этой команде глобальной. Вот,
вы, по-моему, сказали, если я правильно понял, что находится, ну, это как факт. Тут еще один важный, назовем его так, тактический момент, я не отследил, улетел он, по-моему, да. Вот то, что сейчас мы с вами разговариваем, Украина разгребает очередную варварскую атаку, да. Там самую крупную, в принципе, за все полномасштабное. Да, с сегодняшнего утра да, был обстрел, да. Угу. Да, одну из самых крупных, вот, и тут визит, ну, премьера Индии, он показательный, чем, ну, тишина была на День независимости Украины, и тут такой момент тоже, вот, вы упомянули, когда он находился в Москве, была такая вот кремлевская демонстрация силы, то есть, действительно, ну, удар по детской больнице с онкобольными, демонстративно и так далее, чтобы вот, надеясь, склонить или что-то продемонстрировать индусам. Вот, ну, сейчас вот фактор его присутствия накануне вот, Дня независимости Украины, потом присутствие, собственно, 24 числа ряда лидеров иностранных государств. Ну, не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, но это было сдерживающим фактором, чтобы в период там, праздников и так далее не наносить эти самые удары. Но сегодня вот эта логика, ну, логика вернулась обычная той, которой воюет против нас Кремль. Смотрите, ну, хочется, опять же, удержаться от завышенных ожиданий. Вот мой главный вывод сейчас является в том, что Индия увидела субъектность Украины. Индия увидела, что Украина не блефует. Ну, лидер Индии, по крайней мере, увидел. Но в то же время, понимаете, в чем дело? Прав тот, кто сказал, что очень многие страны такого калибра, как Индия, готовы быть выполнять реально посреднические функции на выход какого-то, на какое-то замирение, перемирие или окончание войны. Но ни одна из этих стран не готова выступать, нету опции, ни желания и возможности по разным причинам. Гарантом этой самой новой системы безопасности, если хотите, которая не замыкается не только на российско-украинский фронт. Это главный вывод. Но с другой стороны, повторюсь, что очевидно, субъектность Украины повышена. Страна, безусловно, для, ну, опять же, слово паразит для глобального юга базовая. Вот, ну, могу предположить, что Киев не предлагал, что он там готов там выступить каким-то яблоком раздора там при известных там тектонических известных проблемах между Индией, Китаем и так далее. Это было продемонстрировано, но я думаю, те месседжи, которые, скажем так, не для публики предназначались, они были лидеру Индии, лидеру Нью-Дели со стороны Киева донесены. Ну и самый главный момент, очень многие, те, кто за нас переживают или не очень, не учитывают субъектность Украины в этих вопросах. У меня нет никаких сомнений, что со стороны Киева, в том числе и Индии, были доведены к своей красной линии, которые вот Киев переходить не намерен. Ну, украинцы не готовы их попросту переходить вот, для себя, независимо от того, кто сидит там в кресле в офисе президента Украины. Не будем забывать, что визит индийского премьера проходил ну, во время ну, пиковой фазы Курской кампании сил обороны Украины. Это тоже было определенным маркером, и эти вещи тоже, я думаю, обсуждались. Вот, и, ну, повышение субъектности, на мой взгляд, главный результат для Украины этого визита. Господин Собчак, интерес еще и заключается в том, что этот государственный визит происходит на фоне тех драматичных событий в Курской области, где вот начиная с 6 августа вооруженные силы Украины проводят активные боевые действия, и это происходит на фоне ну, полнейшей беспомощности со стороны России. И мы увидели на фоне этого еще один государственный, скажем так, визит российского лидера в Баку, его вот эти разглагольствования о выходе на Индийский океан, там, готовности помочь делимитации и демаркации,
там еще двери открыты для переговоров и так далее. Потом Лавров обвинил Армению в саботаже. После этого последовала реакция Еревана, но на совместной с Алиевым пресс-конференции Путин рассказал о своем желании позвонить Пашиняну и сообщить о результатах этого разговора. Конечно, Пашинян телефон взял все-таки, когда тот позвонил. Ну, что был за разговор, это можно лишь догадываться. Ну, после этого уже в послании, поздравительном послании Зеленскому, Пашинян фактически открытым текстом изъявил желание повысить уровень отношений между Арменией и Украиной. Вот в совокупности этой ваш комментарий, прошу. Как это, как в эвклидовой геометрии попробуем пересечь параллельные линии. Ну, Курская компания тезисна. Главный результат для меня, даже сейчас не устаю повторять то, что вот это так нервные из всех лагерей посылы, что то ли командование СОУ, то ли офис президента Украины так нам и не объяснил окончательную цель Курской кампании. Да, да, это, да. На мой взгляд, пока сам... Это, на мой взгляд, пока главное достижение. Угу. Танки, как вы знаете, я в эфирах не двигаю. Есть достаточно источников, сами можете посмотреть. Конечно. Второй, на мой взгляд, базовый результат влияния на ход войны, я бы его так, если образно назвал бы, модерация мобилизации. Угу. Вот. То есть, посмотрите, с одной стороны, в информационном плане Москва сейчас, вот, Кремль дал установку, что ну, в Курске ничего не происходит, это я объясняю простым языком, что ничего страшного, если Курщина побудет немножко под оккупацией, ничего не случится, при этом там города Рыльск и сам Курск призывают к эвакуации и так далее. Они вот четко обозначили, что Донецкое комплексное направление, известные там Покровск, Часовьяр, Торецк и так далее, не особо они убирают оттуда резервы и так далее. Вот. Но вернусь, собственно, к мобилизации, они попали в какой капкан? Тут даже банальный денежный вопрос. Они не могут закрыть вопрос с добровольцами. Например, не устаю повторять, в Кабардино-Балкарии сейчас разовая выплата за контракт, это уже московская цена, это там 2 миллиона рублей. То есть понятно, что такое количество людей, чтобы закрыть Курскую дыру, они даже имея деньги, собрать не могут. Начинают гнать срочников. Вот, обратите внимание, базовый момент, который произошел. Госпожа Москалькова, омбудсмен Российской Федерации, впервые за историю полномасштабной войны, Москва обратилась к Киеву по вопросу обмена пленных. Почему? Потому что, с одной стороны, попали в плен очень много срочников. Это стало фактором морально-психологического воздействия в России. Это еще, и момент, это еще и социальная бомба, можно так сказать. Если что, потому да, что мы помним... Ее ждем. Ну, Да. Бомбы особой пока нет, но в этой связи к бомбе ну, мы стремимся. Ну и второй момент, да, там же ж, были взяты в плен бойцы из Чечни и ахматовцы. Вот, и из, скажем так, из предыдущего опыта, когда были такие у украинцев пленные, обмены начинали происходить ну, быстрее. Скажем так, вот. Понятно, что невозможно, ну где здесь главный капкан для Украины, это, скажем так, разный уровень мотивации, потому что вот на своих пленных в России наплевать, это медицинский факт. Я не зря акцентирую, что впервые они обратились, потому что попали срочники ну, в массовом порядке. Они были раньше там в первой фазе полномасштабного вторжения и так далее. Это очень показательный момент. И они обязательно столкнутся с тем, что срочников надо гнать на Курщину. У них ломается схема, что раньше тоже были срочники, они как работали? Послужи 3 месяца, полгода, я не помню. Переходи на контракт на нормальные деньги, зачем тебе увольняться? Так вот теперь в массовом порядке у них денег столько нет, банально, чтобы закрывать. Дальше опять социально-психологический момент, как выглядит за раненых и погибших на Курщине.
пока платят гораздо-гораздо меньше, чем на оккупированных частях украинской территории. Это тоже вызывает определенное, назовем его так, негодование. Вот. Почему это для них проблема? Начали возить танки белорусских вооруженных сил на севере, вот ближе, опять же, к Курску, на белорусской территории. И вчера было очень показательное заявление украинского МИД, что отведите, пожалуйста, войска, потому что, ну, я простым языком говорю, мы, скажем так, прошли те времена, когда мы за себя ручаемся. Вот, то есть тут уже в информационном плане идет давление на Лукашенко, который на полной растяжке сейчас, на полной растяжке, и он понимает, что он, в принципе, исключен сейчас из военной вертикали управления своими войсками. Вот, то есть это все последствия Курской кампании, которая, поверьте, далеко не закончена. Дальше, что касается визита Путина в Баку, ну, смотрите, не Курская кампания стала триггером для его визита. То есть ну, сначала договорились о визите, давайте не будем забывать, до этого был Шойгу, а потом Курская кампания, скажем так, смодерировала психологическое состояние кремлевского вождя во время этого визита. Теперь, ну, ясно, что несколько треков самодостаточных там обсуждалось, там был привезен с собой свита, весь экономический блок и так далее. Вы упомянули выход Ирана на Индию, ну, там даже в официальном коммунике было сказано в привязке «Газпром», «Сакар» и «Север-Юг», то бишь было обсуждение. Вот тема уже гуляла до визита поставок газа из России через Азербайджан в Иран. Вот я не компетентен, более компетентные люди, жду объяснений, в принципе, зачем это Ирану при его запасах газа. Конечно. Что касается, в принципе, проекта «Север-Юг», ну, то, что стороны определились с этим маршрутом, для меня не новость. Я считаю, что они определились больше года назад, когда синхронно была договоренность, которую озвучили в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, это то, что дорога вот, из материкового Азербайджана в Нахчеван дальше в Турцию пойдет по иранской территории. И на тот момент это уже было принято определенное решение, вот, то, что маршрут север-юг, по крайней мере, Иран и Российская Федерация, по понятным причинам, давя по-разному на Азербайджан, в том числе и посредством теракта против посольства в Тегеране, достигли своей цели. Ну а дальше под понятный информационный фон о том, что Армения остается в тупике и так далее. Поэтому и на этом треке тут особых вот, сенсаций как бы я здесь не наблюдал. Понятно, на поверхности азербайджанско-армянский кейс урегулирования. Я здесь очень коротко буду краток. Как говорится, хотелки Москвы понятны, они не меняются. Звучат они следующим образом. Не подписывайте пока или подписывайте у нас. И я здесь просто желаю обеим столицам, сейчас и о Баку, и об Ереване. И об Ереване, не знаю, что вы, где и кому, как, имитируете, придерживаться стойкой тенденции к двухсторонним переговорам, пока без подписания мирной бумаги как таковой. И отсюда все эти, ну, скажем так, заявления Лаврова, ответы, второе, третье, вот, и так далее. Ну, я так смотрю, что уже армянские паблики с них начинают или продолжают куражиться, поэтому я и не буду, скажем так, их всерьез обсуждать. С ними на самом деле все понятно, и каждая из столиц, Баку и Ереван, в своей системе координат не готовы к особо резким движениям касаемо вот таких хотелок Москвы. Ну и я думаю, на этом треке всего, что хочет Москва, не достигла ни в Баку, ни в Ереване. Ну, звонок Николу Пашиняну, он как бы напрашивался. Вот... Понятно, ну, Кемскую волость спросили, о чем говорили, но сейчас, опять же, остается интрига, поедет ли Никол Пашинян в Москву, потому что, опять же, по очевидным причинам визит Путина в Ереван в обозримом будущем невозможен. Вот так я вижу эти процессы. Что касается поздравления Еревана Киеву, ну, не будем отвлекаться, я считаю, что из года в год выражение поздравлений и чувства армянского народа, они становятся Украине искренне. Господин Капчак, немного еще и обсудим ситуацию в Грузии. Контора под названием служба внешне
служба внешней разведки России выступила сегодня с таким сенсационным заявлением о том, что Соединенные Штаты готовят в Грузии цветную революцию, потому что во время, да, чтобы не признать итоги выборов, которые состоятся там 26 октября. Это заявление, конечно, все в русле российского понимания хода общественных процессов вообще и в постсоветском пространстве, или бывшем постсоветском пространстве уже, и в Грузии в частности. Как на это отреагировали в Грузии, во-первых, и во-вторых, ваша оценка, почему вот шумит Москва-река, пожалуйста. Ну, послушайте, я последовательно утверждаю, Москва сейчас модерирует предвыборный или выборный процесс в Грузии. Основательно. Считается, что такими заявлениями она подыгрывает власть. Но это как бы очевидно, потому что ну, то, какую позицию заняла грузинская мечта, действующие власти, то есть три их основных постулата состоят в следующем, то есть у нас конституционное большинство, мы меняем конституцию для того, чтобы парламент сделать однопартийным. Я сейчас не шучу, то есть там они прямым текстом говорят, что будут осуждены партия «Единое национальное движение», коллективное «Единое национальное движение». Все думали, кому же они дадут шанс, но они даже партию Гахария, ну, которую тяжело назвать националами, вот, но и они умудрились. Но факт тот, чтобы не усложнять для зрителя ситуацию, кто бы ни прошел помимо грузинской мечты, чтобы она не нарисовала какой формат парламента, но там в оппозиции будут все националы. То есть этот один момент. Следующий момент, ну, безусловно, глобальная партия войны, в кавычках, со стороны спикеров, топ-спикеров грузинской власти собирается сделать революцию. Это мы возвращаемся, кому подыгрывает Кремль и так далее. Ну и следующий момент, сейчас аккуратные набросы на вентилятор пошли, что вот мы конституцию должны поменять. Вот я от власти говорю для того, чтобы вот восстановить территориальную целостность Грузии. Вот, и тут зависло, детали не рассказывают, потому что ну в какую сторону менять. Вот, если менять унитарное государство, ну в конституции написано, что особый статус Абхазии, вот, автономная и так далее республика, что не отменяет целостности по конституции Грузии. Один момент. Следующий момент, ну сейчас очевидно стало, народ заволновался даже в самой Абхазии. Вот что опять же достали, как в известном анекдоте, откопали стюардессу тема конфедерации. Цхинвальский регион, так называемая Южная Осетия, Абхазия и, собственно, Грузия. И я тут соглашусь с грузинскими коллегами, что в логике Москвы не Грузия вернет Абхазию и регион Самочабла, а к ним присоединят скорее Грузию. Это в логике Москвы. Но я бы все-таки здесь обратил внимание пока на сотрясание воздуха и на момент, опять же, влияния на Шир-Нормас. То есть Москва думает, что она этим помогает грузинским властям, а я не думаю, что они сильно довольны такими посылами из Кремля. Потому что в Москве, на мой взгляд, целью является не столько спокойная победа грузинской мечты на выборах, а сколько создание в этот самый период хаоса. И кто бы ни пришел к власти, понятно, что грузинская мечта, чтобы она пришла на помощь России, на созданной картинке, то, о которой мы написали, там, цветной революции и так далее, максимально ослабленной внутри страны, зафиксировалась при этом и максимально токсичной, максимально токсичной для Запада, для Соединенных Штатов, для ЕС и для НАТО. Так вот тут опять же есть коллизия. То, что нынешняя грузинская власть хочет зафиксировать разворот вот, от НАТО и ЕС, это медицинский факт, она этим сейчас занимается, при этом остаться у власти, при этом сделать это спокойно и ну, легитимно, и спокойно в плане событий в стране. Так вот в этой логике, в последней, Москва сделает все, чтобы это спокойно не произошло. Что касается, самая, на мой взгляд, важная тема, что касается релевантности оценок, пойдет ли Кремль на такие уступки по территориальной целостности, даже в своих интересах, даже в конфедеративном формате каком-то и так далее. На мой взгляд, сейчас это говорить абсурдно, потому что ну, мы не знаем, в каком состоянии будет Россия и Кремль на конец октября этого года. Вот эту, даже сейчас эту рамку, благодаря
силам обороны Украины аналитическую сформировать очень и очень тяжело. Если вдруг она будет оставаться такой же, как на момент нашего нынешнего разговора, я не вижу опции со стороны Москвы, чтобы она там отзывала признание независимости Сухуми, Цхинвали и так далее. То есть это просто, ну, если стороны, которые мы сейчас обсуждаем, достигнут своих результатов, я о власти, и Москвы и так далее. Вот, гражданское общество в Грузии, соответственно, проиграет. Но эти разговоры о восстановлении терцелостности так разговорами и останутся. Но повторюсь, что конец октября, сколь бы он ни был близок, в грузинских наших Палестинах, он слабо прогнозируем. И подытоживая, господин Капчак, мы отчетливо видим, даже при всем при том, что у Путина Курск отклеился, он такое приоритетное значение придает нашему региону и фактически продолжает ту гибридную войну, которую Москва вела в нашем регионе на протяжении последних лет. И более того, пытается не только не снижать, но отметить так, что внимание Москвы к внутриполитическим процессам и в Армении, и в Грузии, но в Азербайджане меньше, в Азербайджане, потому что все больше управляемо из одного центра. Но, тем не менее, в Москве это все интересно. И вот эта гибридная война, которая что собой представляет в Украине, известна вот, буквально начиная вот с первых митингов Майдана в 2013 году в конце. Да? И есть у Украины очень много наработок вообще, что такое гибридная война. Написаны статьи, книги, публикации, фильмы и так далее. Их также у западных авторов тоже. И мы видим, что в последнее время происходит выпиливание российской пропаганды из очень многих, скажем так, площадок. А параллельно с этим Россия сама себя ставит вне других площадок, да, где-то замедляет YouTube, где-то там что-то блокирует, но Telegram оставался особняком. И вот происходит еще один такой отзвук бакинского визита Путина. Оказывается, там 3 недели находился владелец Телеграма Павел Дуров, после чего на частном самолете приземлился в Ле-Бурже в Париже, где его вот арестовали. Сейчас я смотрю, в украинских СМИ активно вообще обсуждают, переосмысливают вообще роль Телеграма в этой информационной войне, в гибридной войне со стороны России. Вспоминают старое, указывают на новое. Ну и российская сторона также себя беспощадно, скажем так, палит в том, что одни там встают, говорят, да, мы ракеты наводим через Телеграм. Да, мы там бомбардировки наводим через Телеграм. Конечно, Телеграм еще и это площадка для вербовочной работы, это тоже факт. Телеграм это площадка для масштабной наркоторговли, для использования детей в совершенно непотребных целях. Через Телеграм заказывают убийства, через Телеграм осуществляется связь между преступностью, ну, преступными группировками и так далее и тому подобное. И этот парень уперто не сотрудничал с правоохранительными органами. Ваш комментарий вот этого, что это меняет и что с этим нужно делать, тем более Telegram является еще и площадкой для украинских медиаресурсов,
которыми мы также пользуемся, чтобы иметь объективную картину происходящего. Прошу ваш комментарий. Это очень диссертабельная тема, зрителя разочарую, потому что попадаю в капкан не особой компетентности, скажем так. Но давайте пошагово вернемся к бакинским блок. С одной стороны, я, поверьте мне, понимаю и знаю, что в принципе в Баку, там, в районе Сибриза и так далее, есть чем заниматься даже ну, в плане отдыха человеку калибра Дурова без относительно совпадения или встреч с Путиным или его людьми. Но опять же, здесь старая логика, ну, хочется побыть ребенком, но верится в это дело слабо. У меня в этом куча информации, у меня логики, что произошло, зачем произошел арест именно сейчас. Ну, у меня отдельной стройной версии нету, потому что я не вижу пока объяснений и мотивации самого, собственно, Дурова. От мифологии и конспирологии по приезду, собственно, в Баку до полета в Париж. Тут главные две версии между собой борются, что французы его обыграли, арестовали, он знал об аресте, либо он ехал сдаваться в руки правосудия. И дальше идет разветвление, он психанул там на просьбы Москвы и так далее. Или же это хитрый план, там, скажем так, очень-очень многих игроков и так далее. Вот. Ну, сразу скажу, что на своем обывательском уровне, тем не менее, я согласен с вашим тезисом, что так уж Дуров уперто ни с кем не сотрудничает. Безотносительно украинской войны и временной рамки 22 года, хотя она важна, опять же, с точки зрения отношения России, российских спецслужб к людям калибра Дурова и так далее. Посмотрите на кейс его ВКонтакте, как его закрывали, как он бодался. Потом якобы он психанул и создал Телеграм. А почему никто не рассматривает версию глубинную, что Телеграм создавался уже, ну, скажем так, Дуровым, ну и скажем так, не только. Вот эти все разговоры, что никто не имел традиционно доступа, он бодался и так далее, это тоже, скажем так, упрощенчество в другую сторону. Вот теперь с точки зрения мотивов французской стороны, ну я допускаю, что у Франции мотивы задерживать своего гражданина по теме Телеграма озвученными, я думаю, далеко не все озвучено сейчас в прессе, в Лимон и так далее, они были самодостаточные безотносительно, назовем его так, украинского фронта. С другой стороны, самую, на мой взгляд, на данный момент в этом тумане войны и аналитики, версию, которую я увидел, ссылаюсь сейчас на Андрея Клименко, вот мониторинг состоит в том, что результаты мониторинга состоят в том, что вот одним из мотивов Парижа может быть глобальный мотив в глобальном противостоянии с Кремлем, но не только, это тема обхода санкций. Каким образом? Или взаимозачет. Счеты Телеграм или через крипту, и там суммы звучат на миллиард. Конечно. На миллиард. Вот когда тема касается огромных денег, там, ну, как это, Аль Капоне взяли за неуплату налогов, да, смогли взять. Да, конечно. Вот. Здесь всякие морали отходят на второй план, и дальше все эти цепочки могут раскручиваться как угодно. То есть, если нам бы хотелось украинцам, тут свою логику заворачивая, чтобы этот момент присутствовал. Если этот момент есть, конечно, ну, мы надеемся, что эту схему прикроют. Вот. С этим может быть связана истерика в Москве сейчас, видимая истерика в Москве. Вот. С другой стороны, ну, лично Павлу Дурову я не вижу, что что-то страшное с ним произойдет, точно так же, как с его площадкой Telegram. Точно так же. Вот. То есть, ну, сори за сленг, разует его на деньги, но физически ему ничего угрожать не будет. Это одна из, скажем так, веток рассуждения. С другой стороны, опять же, возвращаемся к мотивациям сторон и прежде всего к мотивации самого Павла Дурова. Сейчас Кремль начинает в информационном плане панически разгонять тему обмена или тему возврата. По этому поводу есть очень много мемов и так далее. Но тут есть, опять же, две линии, не пересекающиеся. Первое, они действительно хотят его вернуть, поменять и так далее. Потому что Телеграм им нужен в том числе для тех целей, которые вы озвучили по войне. Возможен такой вариант. Мы узнаем скоро по конкретным шагам и так далее. С другой стороны, это может быть элемент некой легализации своего человека. Объясню почему. Ну вот. Из недавнего есть лобовое сравнение с тем же Красиковым. Ну, мировое сообщество, экспертный талибанат и так далее об его обмене узнали после того, как его поменяли. Ясно, там была тема убийства Навального, спекуляции. Ну, я веду о том, что ну, ни Соловьем, ни Скобеева, по-моему, эту фамилию даже не знали.
Угу. Вот. Или им не давали установок вещать, что поменяйте его скорее. Вот эта ситуация, она, на мой взгляд, очень контрастная. Здесь может быть вот в этой связи очень и очень по-разному. То бишь, если, ну тут опять же, где, в каком капкане находится Кремль. То есть, ну, те, кто задерживал Дурова, они не идиоты, они сейчас с ним побеседуют, что-то он в конце концов скажет и так далее. Тут самый главный момент, он подданный Франции уже, поэтому мне тема обмена выглядит искусственной, на мой взгляд, потому что, опять же, ну, он не в московской или там, я не знаю, не в российской тюрьме находится. Если гражданин Франции не захочет возвращаться в Россию, то ни Макрон, ни Ле Пен, ни кто угодно, скажем, заставить его это сделать смогут вряд ли. И тут, опять же, мы, сори за сумбур, возвращаемся к главному вопросу, собственно, мотивации Дурова и его, ну, странный полет именно в Париж, там, я не знаю, на заправку или в ресторане покушать. Разное сейчас говорят. Вот. Вот этот момент пока у меня находится без ответа. Теперь, что касается, собственно, телеграммы. Есть, например, Дмитрий Золотухин, есть очень много других экспертов, которые в этой теме разбираются в привязке по, вот, по вопросам Асинта, по соцсетям и привязке к российским спецслужбам. Опять же, вне контекста украинской войны есть очень много правильных материалов, оценочных, подчеркиваю, с фактажом, я не призываю им верить и так далее, где, скажем так, четко указывается, подчеркну, задолго до полномасштабной войны в Украине, тезисы о том, что так уж был Телеграм не подвластен российским спецслужбам, бла-бла-бла, ну, эти тезисы, мягко говоря, преувеличены. Спасибо вам, господин Капчак, за ваши эти обстоятельные наблюдения и оценки, с которыми вы вот поделились с нашими телезрителями и что приняли мое приглашение. Всего доброго вам, слава Украине! Героям слава, спасибо за поздравления, спасибо за возможность выступить. Всего доброго! Ահա մենք լսեցինք մեր ուկրաինացի փորձագետ գործընկերոջը իր գնահատականներով Ուկրաինայի շուրջ վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Կարճ ժամանակ անց կվերադառնանք, մնացեք առաջին լրատվականի հետ։